Быть здоровым – это модно. Астраханская область присоединилась к всероссийской акции с говорящим названием. Мероприятие одновременно прошло в 17 субъектах страны. Участников соединил телемост. Более 100 астраханцев самых разных возрастов смогли принять участие в мастер-классах по рукопашному бою, кроссфиту, попробовали свои силы в разборке и сборке макетов автомата Калашникова. Цель акции – популяризация здорового образа жизни и развитие выносливости. Организатором акции «Быть здоровым – это модно» выступили Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, бойцовский клуб «Патриот» и спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Астраханская область принимает в этой акции участие впервые. Модно быть здоровым, модно быть сильным и телом, и духом. И наша молодежь, и то, что вот наша молодежь сегодня с нами на этой акции, это яркое тому подтверждение. Ключевым моментом мероприятия стало обливание ледяной водой. Не столько с целью закаливания, сколько проверки силы духа и выносливости. Пользу видим не в самом закаливании, так как мы к нему не готовились до лета, а для нас это просто добровольное испытание, у кого хватит духу, характера это сделать. А все ребята здоровые, спортсмены, то есть никаких противопоказаний нет, поэтому тут вопрос в их воле. Она сегодня будет у них реально сильнее. Как впечатление? Все четко, Россия вперед!